У Дедушки Мороза яхта стоит боком. Дедушка Мороз сейчас сядет на сани и с оленями поедет подарки развозить. И на это время нужно поставить яхту, чтобы она не боком стояла, потому что мало ли чего. Задует ветер, вода поднимется, и яхта Дедушки Мороза такая. На сторону склонится и подерет себе борт. Поэтому сейчас я буду готовить муринги, буду перешвартовываться на четверовес, как говорят. Да, то есть кормовые и два муринга. Готовить муринги – это не вкусной здоровой пищи, готовить муринги, а вот так вот. Сейчас покажу, кстати, как правильно работать с мурингами. Вот муринг – обычная веревка, очень часто она заросшая какими-нибудь, не знаю, там, медузами, какими-то водорослями. Поэтому берем вот так вот, ноги широко расставляем, даже если вы не Дедушка Мороз, да? И чтобы проводник муринга шел через угол, и вот так вот делаем. Вот я муринг подтянул. Вот, все, у меня муринг готов. Сейчас я его что-нибудь типа такого. Ну вот сюда. У меня здесь места на две яхты хватит. Я, наверное, даже вот так вот его что-нибудь типа подвяжу, чтобы можно было схватить и подтащить к себе. Вот так он, видите, хочет уйти. Хочет уйти, у меня муринг. Все, вот так вот. Обтянут. Сюда кормой зайду. Отпорным крюком или рыбацкой клюшкой. Или Дед Морозовской клюшкой. Подцеплю и уведу на нос. Ну, сейчас покажу. Собираюсь швартоваться. Отшвартовываюсь в одного. Швартовываться тоже буду один. Завожу серьгой. Серьгой – это не в смысле серьгой, а вот так вот, когда у меня конец привязан на яхте, вокруг кнехта швартового устройства. Но это не кнех, кстати, это полукнех. Это вообще битинг. Потом подбегу, отдам и вытяну на борт. Чтобы не было танцев с бубнами. Танцы с бубнами бывают не только у айтишников. У их сменов тоже бывает. И здесь еще один швартов. Швартовы, смотрите, какие зачетные. Им уже, наверное, лет 7. Такие боевые, все повидали. Я думаю, что все. В этом году они уже последнюю неделю работают. Дедушке Морозу тоже кто-нибудь подарит новые швартовы. Ни одного кранца на берегу. Кранец специально привязан не на яхту, а на причал. Потому что может быть прилив, отлив, нагонная волна, наоборот отжимная. И вода может быть низко, высоко. И поэтому относительно причала кранец может быть выше, ниже, и борт может ободрать. Поэтому я привязываю на причал. Он гарантированно в одном и том же месте. Эта штука, ну, может поцарапать. Поэтому вешаю на нее шарики, пузырики, как говорит моя тетя. Деда Мороза тоже есть тетя. Двигатель заведен. На причале ничего не осталось. Ветер. Ветер легкий, отжимной. Все, пошел отдавать носовой. Отдать носовой. Многие люди не любят мочить веревки швартовые, чтобы в воду не упали. Вообще они сделаны для этого, чтобы их мочить. Ничего страшного, переживут. Работа у них такой. Носовой отдали, остался кормовой. Серьга. Все, пароход отвязан от берега. Сейчас буду ждать, пока легкий отжимной ветер меня немножко сам отожмет. Не, надо толкнуть немножечко. Чуть-чуть. А то смотрю, что-то она такая пошла назад, а у меня здесь кранца нету. Так что вот, немножко попа толкнул. Вот ветер меня сейчас потихонечку сам отжимает. Я просто стою, жду. Вот.
Карабахская клюшка. Только на Новый год Дедушка Мороз катается на оленях и на санях. А так между Новыми годами будут у него другие сани. Вот на таких вот санях катается Дедушка Мороз. По поводу вот таких вот бросков, а вы что думали, Дедушка Мороз это стартер какой-нибудь, да, ничего не умеет? Не знаю, как бы, сколько это времени длилось, но вот одного, понятно, что ветра нет, но все равно без напряга. Это я еще веревочки перепутывал, ходил туда-сюда, а так быстро, вот стоял здесь боком, туда перешел, и быстро перешел, и быстро пришвартовался, одного. Thank you.